Уважаемые пассажиры, будьте, пожалуйста, осторожными. Все-таки немалая высота, и правила безопасности нужно соблюдать. Именно, ведь работы на высоте очень опасны, но нам-то можно не переживать. Ведь за штурвалом, Михаил. Да, действительно, очень важно, чтобы за штурвалом находился надежный человек. Но несмотря на это, не все возвращаются с бескрайних небесных просторов. Yeah.